5000 новосибирцев пришли на концерт в честь воссоединения Крыма с Россией. 4 года назад полуостров стал частью большой страны, а город Севастополь – побратимом Новосибирска. Рассказывает Екатерина Киселева. Студенческие танцы в программе запланированы не были. Молодежь импровизирует, чтобы согреться. Хоть весна уже вступила в свои права и выходные выдались солнечными, долго стоять на месте не получается. Патриотизм чувствуем. Единство народа. И это очень вдохновляет тебя дальше продвигать, как-то делать что-то для страны. И это очень классно. Да, люди, несмотря на погоду, все пришли, собрались и празднуют. Новосибирские коллективы исполняют композиции разных народов мира. Со сцены звучат и фронтовые, и фольклорные песни в честь народного праздника. Этот праздник стал поистине такой, он со слезами радости на глазах. Это праздник всенародный, это праздник народа, крымского народа. Народов Севастополя. Крымскую весну в Новосибирске, как и по всей стране, одновременно отмечают с 2014 года. В этот мартовский день празднуют 4-ю годовщину исторического события. Ровно 4 года назад президент Российской Федерации сказал о том, что Крым и Севастополь вернулись из длительного плавания вернулись в родную гавань. И практически 90% с лишним сказали за то, чтобы войти в состав Российской Федерации, или вернуться. Но самое главное, это все было, произошло без крови. Ну, кроме того, что мы просто дружим и с Крымом, и с Севастополем. У нас год назад наши отношения были закреплены официально. Мы теперь партнеры. Но независимо от того, есть у нас официальные документы о партнерстве, или мы просто дружим, сегодняшний день и сегодняшние мероприятия чрезвычайно важны. Приглашенной звездой федерального масштаба стал Александр Маршал, заслуженный артист России. До начала своего концерта он успел проголосовать на одном из участков Новосибирска и поделился с журналистами историей своей армейской жизни. Но лучше, старшина, все умылись, побрились, построились, пошли проголосовали и на завтрак. Поэтому у меня с той поры осталось какое-то такое ощущение о выборах, что это все как-то... Ну а теперь вот я понимаю, что это необходимо, потому что времена изменились, и мы голосуем на самом деле за свое будущее. Выступление Маршала стало финальным аккордом празднования Крымской весны в Новосибирске. Самые известные песни звучали под залп фейерверка. Этот весенний праздник не столько политический, сколько народный. Это отмечают и организаторы. Не стоит забывать, что Новосибирск и Севастополь – города побратимы. Это значит, что помимо общего вектора развития науки, экономики и культуры, между людьми этих городов сильна дружеская поддержка. Екатерина Киселева, Евгений Агеев, новости ОТС.